Здравствуйте, Джанамики. Сегодня хочу вам показать один шикарный армянский рецепт. Что для этого надо? Нам нужно помидоры, перец сладкий, перец острый, петрушка, томатная паста немного и уксус, чеснок, черный перец, сахар и соль. Это вот такая очень интересная закуска, называется помидоров бибар. Это перец. Мы будем все это в томатном соусе варить. Да, сперва я должен нарезать все помидоры. Вот для начала. Некоторые снимают шкурку, но мы не будем снимать шкурку. Мы и так нарежем на мелкие кусочки и будем варить. Все, приступаем. Первый нарезан так. Я сейчас все нарежу, потом вам покажем. Помидоры я нарезал, сейчас приступаю к нарезанию паприки. Перца, паприки. Это убираем в сторону. Я вам сейчас... Его полностью не надо резать, чуть-чуть заднюю часть, и спереди можно тоже чуть-чуть отрезать. Просто разрезаем немножко, вот так достаточно. И вот так, тем же макаром, вот так, все, это сейчас быстро пойдет у нас. У меня вот тонкий перец, его вообще не надо резать. Мы его чуть-чуть кончики обрежем и положим. Вот так. И паприку я тоже нарезал. Теперь добавляем где-то 100 миллилитров масла. Так, где-то 100 миллилитров. Будет здесь. Масло уже разогрелось, мы можем добавлять наши помидоры. Даем немножко вскипеть. А потом добавим уксус. Добавляем уксус. У меня где-то здесь 100 миллиграмм. Это процентов 5,4. Оставим на минут 40, пускай кипит.
пока у нас варятся наши помидоры, я нарежу чеснок. А теперь добавим немножко томатной пасты. Здесь немного у меня. Добавим соль 1,5 ложки. Добавим 2 ложки сахара. Все. И добавим перца черного. Ну, кто хочет, может, по вкусу. Хватит. А теперь добавляем чеснок. Вообще-то чеснок мы обжариваем, но так как... Можно и так добавить, это ничего страшного нету. Да, мы забили. Добавляем чеснок. Так. Теперь мешаем, перемешиваем. Закроем крышку. И дадим минут 20 покипеть. Как кипит, я нарежу быстренько петрушку. Ну, где-то вот так. Можно и поменьше, кому как удобно. Все. Пока у нас варится, я быстренько разожгу костер и поджарю мясо. Окей, я готова. У нас вот куриные грудки. Я их замариновал уже до этого. Здесь соль, перец, орегано и чеснок. И еще ротый пфеффер. Красный перец. Мы начинаем обжаривать наши грудки. Thank you.
Куриные грудки мои готовы. Можем заносить домой. Наши помидоры готовые. Мы теперь будем отправлять в перчик. Утопить домой. Ну, закроем крышку и оставим на минут 20 еще. Все. Готово наше. Посмотрите. Сейчас добавляем петрушку. И все. Перемешиваем. Готово. Так, помидоры бибар у нас готовы. Можно расфасовывать по баночкам. Вот такие баночки у нас. Так, один перчик такой, один такой. Что ты делаешь, Ден? Не надо. Это я потом сверху, когда заполним, я потом налью соус, да? Вот такую красоту. Все. О, такая красота получилась сегодня. Пусти, пускай, пускай. Шикарно. Такая вот красота у меня сегодня получилась. Если кому понравилось, можете повторить. Рецепт очень простой, очень вкусный. Как раз закуска на зиму. Я желаю вам всем добра, счастья, мира во всем мире, чтобы не было больше нигде войны. Все, пока, до следующих встреч. Пока-пока. Все, пока. Это кому ты готовишь сейчас? Ему. Сегодня у меня новый оператор. Изабелик мой. Сегодня меня снимала. Да, вот да. Ей первую очередь. Да, Джана? Оператор вот. Стоит. Чего прямо как будто в тундре. Холод такой. Тебе холодно? Холодно у нас. Посмотрите, сегодня. Она как Сережа из Ералаша. 3 часа одевалась.
тундру шла. Мы с папой в таких вот, не знаю, как сказать, ветровках, жакетах, а она у нас в шубе. Так, покажи, что ты делаешь. Вкусненько. Вот так. Выкладываем. Посередине положим огурчик. Прямо мордочка чья-то. Чья мордочка? Не знаю. Ты хочешь сказать... Лучок, да, обязательно. И салфетку ей тоже порежь. Надо, порежь салфетку? Салфетку надо. Все, сейчас. Оторвать. Да. Вот так вот. Да, я тебе дам. Она голодная, поэтому не улыбчивая. Она у нас как когда... Савель у нас, когда голодная, она царевна несмеянна. Сейчас укусит и скажет. Чего? Я чуть-чуть так свинюшка. Ничего. Ничего. Ничего, Сальчик, кушай дальше. Очень вкусно. Да, сладкий мой. Ну кто готовил-то, а? Папа. Папа себе тоже быстро. Я сейчас Ирине сделаю. Не-не, я последний. Не на. Ох, я не буду сейчас, я последний буду, Джан. Я сейчас не хочу. Ты себе делай, себе. Да. Банка горячая. Вот такую прелесть сегодня Клим сделал, видите? Я сразу... Сегодня одним выстрелом два зайца убил. И вот это сделал, и вот это. Молодец! Красава! Все, это для Ирины приготовил. Сейчас сделаю себе. Важно делается для моих любимых девочек. Идем. А потом... А потом уже о себе думать. Исик, иди туда к костру. Осторожно. Все, не пробуй. Давай. Покажи булочку. Ох, как ты аппетитно хрумсаешь. Холодно.